Лет за так ежегодно организовывал встречи со своими читателями в Москве и в других городах, в которых принимали участие руководители и активисты татарских национальных общественных организаций, писатели, поэты, журналисты, известные артисты. И одна из тех, с кем дружил Ахмет Саттар, наша несравненная Найля Фатехова. И сейчас приглашаем на сцену заслуженную артистку Республики Татарстан и России Найлю Фатехову и ансамбль «Медина». Харшалагыз. Это действительно так, потому что вместе Ахметовым у нас было написано много песен, и одна из самых, наверное, известных и популярных – «Рамазан». Мы ее пели во многих арабских странах, и в Иране, и в Саудовской Аравии, и в Турции, и в Марокко, и в Тунисе, и в Иордании, перед послами, перед президентами этих стран, перед королями этих стран, и поэтому песни Ахмета Саттара, можно с полной уверенностью сказать, услышал весь мир. Вот у меня недавно вышел такой сборник нотный Рахмет Явсан с моей музыкой, и Ахмета Саттара здесь песни на его слова занимают тоже одно из первых мест. Это и Рамазан, и Курбан Байрам, и Туган Илимя, и Нижвар Харам, и детские песни, очень много детских песен. Вот вы их просто в следующих концертах обязательно Алаверса услышите. И мы хотим с ансамблем «Медина» исполнить сейчас песню «Рамазан». Это ансамбль наш называется ансамбль духовной музыки, поэтому это действительно духовное произведение. Рамазан да, Рамазан да, Курбандар на курбан.
вам. Мы последний раз увиделись в Хатабыбле, вот в шатре Рамадана в этом году, в июне, на Поклонной горе. И Ахмед Абы был очень радостный, говорит, я первый день как раз поста, было открытие, я держал пост. Он говорит, очень это хорошо, так приятно, легко, а все вы знаете, что летом это были самые длинные дни. Вот мы как-то очень, конечно, были рады, вместе сидели за столом, у нас, потому что, как правило, артисты, когда поют, сразу потом садятся за стол, все места занимают. Он нам охранял эти места наши, чтобы мы тоже, вот, а вот, значит, так вовремя и готовил нам угощение, и хотел в этом году обязательно справить свой юбилей, 80-летие, мы, конечно, готовились. Ну, Аллах Таля Никем, вот, Урнаджи Махтабулса, иншаллах, поэтому вечер наш мы тоже начали со слов Корана, вот, имам, бля, и я думаю, Ахмед Абы, иншаллах, ему это все он слышит, и иншаллах, вот, чтобы это все было принято Всевышним. Потому что песни у него были разнообразные. Одна из наших тоже любимейших песен – «Курбан Байрам». Он тоже, ему нравилось «Фанни Кызлар», «Бызгашилай», «Диде Фанни Кызлар», «Курбан Байрам».
наша ведущая Зульфия Хасьянова, заслуженный артист Республики Татарстан, и Эльдар Абайшигапов, заслуженный артист Республики Россия, Российской Федерации. Ну и наша любимая легендарная группа, ансамбль «Медина» во главе с Найлей Потеховой. Любимый не только в нашей стране, но Востоке, на Востоке очень любит эту группу. Сколько раз они были дружны? Продолжим биографию Ахмеда Сандара. С 2008 года он являлся профессиональным актером киностудии имени Горького. И вот перечень фильмов, в которых он принимал участие. 1962 год. «Королевская регата». «Приключения солдата Ивана Чонкина», 2007 год. Кинокартина «Ермак». Сериал «Медвежий угол». Кинофильм «Иван Грозный». В картине «Утомленные солнцем 2» у режиссера Никиты Михалкова. Кинофильм «Сокровища озера Кабан», 2012 год. «Чрезвычайная ситуация», 2012 год. Вот видите, сколько еще мог бы он сделать. Между прочим, здесь, не знаю, показывали ли он такой картофель татарском. И прекрасная картина, это которую написал Ахмед Китаев. Это был такой художник, который среди многих художников все рисовали Владимира Ильича Ленина. Самая лучшая картина считалась китаевская Ленин. И вот он написал Ахмеда Саттара тоже картину. Эта картина находится сейчас в Одессе в Государственном музее. Когда будете в Одессе, пожалуйста, зайдите и посмотрите, или будете прекрасно совершенно картина. Наверное, здесь покажете, еще будет, наверное, или было уже, я сейчас не смогу куда посмотреть. Так, и продолжаем. Друзья мои, вот я про песни и про романсы говорил уже. И вот еще раз повторюсь. Вот романсы пели не только татарские композиторы, но и пели российские композиторы, песенники и актеры. Вот народная артистка Советского Союза Елена Образцова и Галина Вишневская пели прекрасную песню Рустамьякина на стихи Ахмеда Саттарова на русском языке, русскую песню. Песня называется «Ты, любовь моя поздняя». И у нас сейчас есть исполнительница, которая с удовольствием споет эту песню. Артистка Республики Татарстан, солистка театра татарской песни Дарья Альфина Ахмеджан. Встречайте, пожалуйста. Хорошо, Альфина Ахмеджан. Ты любовь моя поздняя.
уже сразу приглашу на сцену следующую нашу певицу. И у нас жизнь идет, конечно, и радостное событие есть. Это наша певица, солистка татарского театра песни «Тальян». Буквально вчера только президент Республики Татарстан в Москве присвоил звание нашей певицы. Встречайте перед вами заслуженный работник культурной Республики Татарстан Найля Дусметова. Браво! Достойно, вы правы, она достойна. Она споет песню Людмилы Ляновой, потому что Ахмед Саттар очень с этим прекрасным композитором Людмилой Ляновой. Вот на стихи Ахмеда Саттарова Людмила Лянова написал с него «Ровой седые ставки» исполняет Найля Дусметова. Субтитры сделал DimaTorzok.
Не стесняйся, еще погладить, еще. Они же любят тебя. Ну, вот так. Посмелее, заслуженно. Да нормально, возможно, погладимся. Ну и в продолжение о нашем виновнике торжества. В Москве и Казани его произведения исполнялись заслуженными и народными артистами СССР. Это были песни на его стихи, положенные на музыку известных композиторов. Майорова, Яхина, Губайдулина, Лядовой. На профессиональных концертах он читал свои стихи и вел программы концертов. А вскоре создал и много лет руководил литературно-музыкальным объединением имени Джалиля при Доме культуры строителей в Москве. Творчество Ахмета Саттара известно далеко за пределами Татарстана. Он прославился как великий гуманист, талант которого служит сохранению национальной культуры. Принимая активное участие в развитии татарского языка и литературы, Ахмет Саттар стал гордостью всей татарской нации. Он был патриотом своей родины и написал песню на музыку Наили Фатеховой «Нижвар-Ларем», которая стала гимном нижегородских татар. Роза Ханум, вот там можно, не слышали еще это «Хания Фархи»? Вот «Хания Фархи» сейчас. Вот «Хания Фархи», а там без звука или со звуком? Со звуком. Сам может послушать вот, со звуком. Вот объявляйте. Ее уже нет, она первая моя, в смысле, я первый учитель по музыке, она когда была в Москве, это 76-77 годы. К сожалению, только ее нет. Послушаем. Thank you.
Эту песню написали как гимн, исполняли в Нижегородской области и в деревнях Нижегородской области с удовольствием. И хотим сегодня с вами по окончании нашего вечера исполнить песню на слова Ахмеда Саттара «Нижгородара». Yeah.
Ведущий сегодня у нас был несравненный, заслуженный артист России Ильдар Шихабов. Моя соведущая, заслуженная артистка Республики Татарстан, Умас Юсин. Подряду старому. Мы огромной благодарностью к вам обращаемся и говорим спасибо вам за то, что вы сегодня здесь. Особенно мы благодарим наших приемных гостей, Куранчина, Хайлю, Бабы, Каза, вам, что вы пришли сюда. И газета «Туванья» Олег Хусейнович Андержанов. Спасибо, что сегодня посетили нас. Сегодняшний концерт, естественно, приготовлен не без участия, не без, так сказать, творческих начал всех участников сегодняшнего нашего концерта. Сценарист сегодняшнего нашего мероприятия Роза Сараева. Розочка, пожалуйста. Режиссер сегодняшней программы, мы уже много раз говорили, заслуженный, действительно, настоящий заслуженный артистка России и Республики Татарстан Наиля Атекова. И продюсер Рафик Валитов. Да, Рафик Валитов у нас и звукорежиссер, солист нашего сегодняшнего вечера, и продюсер, естественно, и спонсор, все что угодно, Рафик Валитов. Теперь я хочу еще раз вам предоставить фамилии наших артистов, чтобы, если кого-то не знаете, чтобы вы запомнили обязательно. Красивое платье, сама красивая. И Нурия Махметжанова. Альфия Шарифутдинова. Заслуженный деятель культуры Татарстана. Работник культуры одно и то же. Это Наиля Усметова. Заслуженная артистка Республики Татарстан Альфина Ахмеджанова. Лауреат международного конкурса «Татар Мала» – это наш земляк Ринат Сакиров. Дорогие друзья, еще одно объявление у нас есть. Да, 2 декабря, запомните, 2 декабря, 16 часов. Как я сказал, повторите? Правильно, правильно. Но концерт-то прекраснейший совершенно. Это сольный концерт нашего ансамбля под руководством Медина, под руководством Наиля Атекова. Ансамбль Медина. Какой концерт, скажите? Медина, правильно. Какого числа? Второго. Так, пожалуйста, скажите. Воскресенье. Да. Всем соседям скажите. Даже скажите врагам, пусть они тоже придут посмотрят. Хорошо? Итак, как отношала Рафик Валитов и Зульфия Хабибулаева. Лауреат международного конкурса. Дорогие друзья, огромное спасибо, что вы есть, что вы сегодня пришли. Царство Небесное наше, друзья, и вам долгих лет жизни. Спасибо вам, мои хорошие. Ждем всех в следующее воскресенье. Билеты продаются в зале. У Ибрагима. Рахмет.